Башкортостан привлек 90 миллионов рублей федеральных средств в рамках проекта «Современная школа». Грантополучателями стали детские сады, школы, центры семьи. Всего 25 организаций, сообщили в региональном Минобрнауке. Размер субсидии для каждого учреждения варьируется от 2 до 10 миллионов рублей. На эти средства организуют консультационные центры, где специалисты помогут родителям разобраться в вопросах развития, воспитания, социализации и обучения детей, поддержат семьи, которые занимаются воспитанием ребенка, оставшегося без попечения родителей. Консультации проходят на личном приеме или дистанционно. Кроме того, специалисты могут проводить встречи для жителей отдаленных сельских поселений.